Тропа избирателя – это второй и заключительный этап регионального турнира «Изберфест». 6 команд студентов и школьников борются за звание лучших знатоков избирательного права в интеллектуальных и спортивных состязаниях. Сегодня второй этап уже, и на первом этапе был дискуссионный клуб такой, где ребята обсуждали введение дистанционного электронного голосования на территории всей страны. Мы не смогли выделить лучших на первом этапе, ну, потому что объективно все ребята здорово подготовились. Проект регионального избиркома «Изберфест» стал одним из победителей второго всероссийского конкурса молодежных социально ориентированных электоральных проектов «Учимся выбирать». Как отмечают организаторы конкурса, опыт тамбовских коллег достоин тиражирования в масштабах всей страны. На протяжении 2 лет мы проводим конкурсы. Второй год подряд тамбовские члены молодежных избиркомов участвуют в этом конкурсе. И второй год становятся одним из его победителей. Поэтому тамбовская молодежь славится тем, что она реализует свои проекты, а не только их создает. Командам предстоит поочередно выполнить задания на 10 различных станциях. На станции голосования в труднодоступной местности команды ставили палатку на время. Ребята преодолевали препятствия и проявляли командный дух, работая сообща на станции «Избирательная гонка». Путь к избирательному участку тоже оказался непростым. Давай-давай! Санек, давай! За моей спиной импровизированный избирательный участок. Каждый член команды здесь получает свою роль. Кто-то избиратель, кто-то наблюдатель, а кто-то даже представитель СМИ. Здесь они проявляют знания избирательного права и говорят о своих правах и обязанностях, а также ищут ошибки в оформлении избирательного участка. На прохождение всего маршрута у команд было около 1,5 часов. Ветреный и дождливый день подарил участникам Изберфеста на это время солнечную погоду. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, «Область новостей».